Сегодня я расскажу вам про новые тенденции моды. Это макияж ушей. Такая идея появилась в мире моды еще в далекие 90-е годы. В последнее же время она находится на пике популярности исключительно благодаря показу одной из коллекций Louis Vuitton, во время которого на сцену вышла модель с серебряными ушами. Факты о макияже ушей. Иногда это просто окрашенные в обычные тени мочки ушей. В дополнение красят веки. Суть в том, что краска создает эффект присутствия ювелирных украшений, которых на самом деле там нет. Так ходят модели на новых показах одежды. Инстаграм начинает подключаться к общей движухе. Возможно, уже через пару месяцев на улицах своего города вы сможете увидеть девушек с разноцветными ушами. Даже Кайли Дженнер призналась в прессе, что новый тренд пришелся ей по вкусу. Но она, должно быть, в таких вопросах хорошо разбирается. Понравился ли вам новый тренд? Напишите в комментариях. Ставьте лайк, если удивлены. Подпишитесь, чтобы видеть и знать больше. До скорого!